раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе всем до святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиля, чтобы сделать то, чему быть предопределило. Здесь будет концерт. Завтра. Возри на угрозы, и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений, чудес именем святого Сына твоего Иисуса. И по молитве их